Здравствуйте. 12 сентября, 19 лунный день. Садис Согарс с элементами земли, стихии железа. День для достойных руководителей ханов, наёнов. Благоприятное исправление ошибок прошлого, вдохновление на положительные поступки, устранение негатив, борьбы с зависимыми болезнями, подписание контракта соглашений, стрижка волос, встреча с приятным человеком. День неблагоприятен ставить ребенка на ноги, сватовства, продажи скота, неблагоприятен. Ребенок, родившийся в этот день, будет талантом к искусствам, стремлением познать окружающий мир независимо. Благоприятен для людей, родившийся в год, тигры, лошади, неблагоприятен годам, овцы, коровы, дракона. И Илгин Сапсачун Дуани, Банзаракша, Мани Дуани Сунды, Джи Дуани Ямантака. Будьте щедрыми.